1 сентября новая школа на 700 мест в районе улицы Авиаторов должна принять детей. Такую задачу перед всеми ответственными лицами поставил временно исполняющий обязанности губернатора округа Юрий Бездудный, взяв поручение под жесткий контроль. Доклад о ходе строительства школы уже традиционно стал одной из центральных тем на оперативных совещаниях временно исполняющего обязанности губернатора. На 27 июля строительно-монтажные работы фактически закончены. Там оцениваем 99%. Сейчас заканчивается монтаж работочек систем. Он выполнен на 85-87%. Он уже, в принципе, высокая стадия готовности. Параллельно запускаем пусконаладочные работы. И работа благоустройства, в принципе, выполнена на 97%. В каких местах ограждения заканчиваются и осталось сколько дров. В целом строительные работы на объекте, по словам Александра Чинарова, выполнены на 99%. В школе уже приступили к расстановке мебели и монтажу оборудования. За прошедшие 4 дня у нас были доставлены парты, мебель для пищеблока, шкафы для работников. Уже закончена первая разметка первого зала. Сегодня должны закончить вторую. Проводится сборка мебели. С пятницы работают 5 работников пищеблока. Они уже работают на объекте, уже отмывают. Самое главное, чтобы собирая мебель и устанавливая оборудование, не испортить тот вид, который сдали вам строители. Чтобы потом не пришлось опять красить или менять там покрытие. То есть надо очень бережно относиться к тому, что уже сделали строители. На контроле у ВРИО губернатора находится и проверка закупочных процедур для образовательного учреждения, которые он ранее инициировал своим поручением. Напомню, оно связано с дроблением контрактов при заключении договора с единственным поставщиком. На сегодняшний день у нас продолжается по вашему поручению проверка в третьей школе в рамках закупок. В общем-то, выявлена уже часть нарушений в части дробления при заключении договоров с единственным поставщиком. Там уже устанавливаются должностные лица, те, которые принимали решение, ну и запрашивается ряд документов, те, которые будут уже в дальнейшем рассматриваться комиссией и сделаны соответствующие выводы. В конце следующей недели у нас будут полностью уже установлены все нарушения с осмотром оборудования, потому что оборудование сейчас еще поступает, и хотелось бы максимально просто его осмотреть на соответствие то, что закупалось. О результатах проверки ВРИО губернатора поручил доложить ему до конца недели. В целом же работы в новой школе должны быть завершены 10 августа. Мария Даник, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».